Всех приветствую! В этом видео я покажу органический и натуральный способ защиты томатов от очень коварных заболеваний, таких как фитофтороз и альтернариоз. Для приготовления средства нам понадобится два ингредиента. Первый ингредиент – это куркума. Куркума – это природный антисептик. Он содержит вещества, которые подавляют различные грибковые и бактериальные инфекции. И второе средство – это молоко или сыворотка. Молоко мы используем в качестве прилипателя. Также при попадании молока на листья создается на их поверхности защитная пленка, которая препятствует проникновению патогенных спор. Итак, для того, чтобы сделать раствор, необходимо сделать так. В 1 литре воды разводим 2 чайные ложки куркумы и добавляем 100 мл молока или сыворотки. Этому раствору даем настояться несколько часов, после чего процеживаем и используем в качестве опрыскивания наших томатов по листу. Проводить обработку в качестве профилактики можно раз 10-14 дней. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене. Ссылку вы найдете на канал в конце этого видео.